Всем привет! Делаю видеообзор односпального дома на Пангане. Нахожусь в очень приятном резорте. Здесь очень много односпальных и двуспальных домов. Я сейчас буду рассматривать односпальный, который находится чуть поближе к бассейну. Но это не значит, что, допустим, если вы забронируете дом, вы попадете именно в тот дом, который я сейчас буду осматривать. Это дом под номером 7. И если говорить про другие номера, то номер 1 начинается, он ближе к дороге. Потом, соответственно, тот 7-й, который здесь находится, и дальше там 8, 9, 10. Поэтому, допустим, дома 7, 8, 9, 10 находятся ближе к бассейну. Окей, мы находимся на террасе. Как она выглядит? Терраса достаточно простая, но самое главное, она открытая. И здесь, ну, комфортно находиться. При этом видим огороженную территорию. Закрывается здесь у нас есть ворота, то есть можно на машине заезжать, на байке. Вот, заходим в сам домик. Видим, что здесь есть плоский телевизор, стул, еще стул, стол, вот такой небольшой диванчик и кухня. Кухня, микроволновка у нас тут есть, немножко посуды, стаканчики. Есть вот такой вот холодильничек небольшой. И еще есть одна терраса задняя с видом на, ну, вот на пальмы. Кстати, обратите внимание, то есть у дома большая территория. То есть вот здесь тоже что-то можно придумать. Не знаю, там гамак какой-нибудь повесить или шашлыки жарить и так далее. Дальше. Зайдем в спальню, посмотрим, как здесь дела в спальне. Сейчас включим свет. Окей, смотрим спальню. Тут у нас туалетный столик. Сама спальня выглядит вот так. Есть. Кондёр находится здесь. Если говорить про одежду, то будете вешать ее здесь. А вешалок много, и даже зонтик есть в этом доме. Ну, это так, наверное. Когда вы будете заезжать, наверное, его уже не будет. Что касается санузла, давайте его посмотрим. Так, видим раковину. Раковина сделана хорошо, зеркало. Так, зона для душа отделена, слив под душем, есть место, куда положить. Ну, в общем, в целом все отлично. С вами был Лев из компании Balsamui.